Праздник Пурим учит нас, что судьба наша по-настоящему находится в наших руках. Потому что эта опасность, которая появилась в праздник Пурим, была итогом неправильного поведения еврейского народа того времени. И чудо великое произошло, когда они каялись, поняли свою ошибку. И Мордхай ха-Цадик, лидер поколения, собрал 22 тысячи маленьких детей, учил с ними Тору. И это вызвало милосердие сверху, что Всевышний взял ситуацию, которая была самая страшная в еврейской истории. Уничтожение всего народа от малых до старших. И сделал из этого великое чудо, что евреи выжили и могли расправиться с теми, которые собирались их уничтожить. Это является поучением для нас, что в нашей жизни, когда что-то не так, и мы начинаем искать причину, и это можем исправить, тогда мы находимся в руках Творца, и никто и ничего в мире не может нам угрожать. Поэтому веселый праздник Пурим для всего народа, и также веселый праздник для каждого из нас. С праздником!